Всем привет, друзья. Сегодня просто отличная новость, я считаю, для всех хейтеров и недоброжелателей моих. Вот, отличная новость сегодня. Вот. Случилась вот такая печалька. Загорелся у меня чек. Я, конечно же, подключил диагностику по-быстренькому и выяснилось, что регулятор наддува в положении нижнего предела, соленоид управления наддува. В общем, вы поняли, да? Что актуатор турбины либо заклинил там, либо что-то с ним случилось с актуатором турбины, и машина тягу потеряла. И еще вот такие звуки издает, если слышно там будет. Вон, слышно, да? Хрю-хрю-хрю-хрю, так хрюкает. Машина хрюкает. В общем, поеду к мастеру, который занимается такими вопросами. Будем разбирать, смотреть. Так что буду держать вас в курсе, ребята.